В объединенной редакции газеты «Дружба» состоялось мероприятие, посвященное памяти поэта, журналиста газеты «Кумыктюз» Магомеда Амина Адильханова, на которую были приглашены народный поэт Республики Дагестан, лауреат Государственной литературной премии имени Расула Гамзатова, заслуженный работник культуры Республики Дагестан, председатель кумыкской секции Союза писателей Дагестана Шейтханум Алишева, поэтессы Супия Ханум Бейбулатова, Яха Заурова и поэт Адилбей Тимиров. Главный редактор объединенной редакции газеты «Дружба» Магомед Расул Шейх Магомедов выступил с теплыми словами в адрес Магомеда Амина Адильханова, подчеркнув о том, какой теплый и незабываемый след он оставил в жизни дагестанского народа. Нам особо не приходилось его вспоминать, потому что он всегда был с нами. Это удивительный был личность, доступный, простой, неординарный. Его при виде на улицах или там в других мероприятиях всегда он располагал себе людей как магнит, словно. Вот. Значит, он мог и с чиновниками, и с рядовыми, и с читателями, со всеми людьми на одном языке мог говорить. Вот я видел его и с разными чиновниками. Я знаю, что он хочет с Ибрашим Маханом и с другими людьми. Они тоже о нем отзывались всегда хорошо. Администрация всегда он был желанным человеком. Его принимали, несмотря там на приеме кто-либо там. Он всегда был таким нужным, необходимым человеком. Но человек, поэт, они всегда живут. Ханум Алишева поблагодарила присутствующих за приглашение и поздравления. В память о встрече подарила свою книгу «Память глины». Много теплых слов было адресовано Магомеду Амину Адильханову, который оставил о себе добрую славу, остроумные шутки и запоминающиеся фразы. Объявляйте себя достойнейшим человеком во всех случаях. Я думаю, что под крылом очень находиться под вашим крылом очень здорово вообще. Чтобы и дальнейшее наше сотрудничество, чтобы было это. И, конечно же, мама Тамин Адильханов для нас остался таким светлым. Я как увидела их, я думаю, какие светлые, слушайте, это, оказывается, передается Тухуму. Вот этот ярок юзлю, говорят. Это передается Тухуму. И смотрите, вот невеста. Она, да. Вот дочь она, вот они похожи, говорят. В редакции такие вечера стали традиционными. Человек жив, пока его помнят. И наш с вами долг не забывать о тех, кто был рядом, отмечали присутствующие. Курбан Гериханов, Зарима Хайбулаева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».